Всем привет, я Фикс Прайс на энтузиастов 33, это город Санкт-Петербург. И наконец-то тут начали выкладывать новогодние товары. Кое-что уже успели развесить, когда я была. Я была вечером вчера, но сегодня, наверное, уже все развесили. Давайте покажу вам, что уже было. Конечно же, пока что все без цен. Ну, давайте смотреть. Появились новые гирлянды металлические, гирлянды-домики, такие любимые всеми. Вот интересная гирлянда, эликсир, шарики такие блестящие. Вот такая светодиодная ниточка есть как в холодном, так и в теплом оттенке. Очень тоже симпатичные. На батарейках, конечно, бусики пластмассовые. А вот такие удлинители для гирлянды, 3 метра длина. Санты уже выстроились, красные, зелененькие, должны быть еще серые. Они, по-моему, 350 или 400 рублей стоят, показывала вам уже новогодний обзор, там были цены. Мягкие игрушки, антистресс, нажимаете и надувается такой пузырь из жвачки забавные. Там лисята, олени и еще какие-то вот такие мишки, конечно же, в шарфиках. Всеми любимые деревянные елочки с украшениями. Нашла елочки двух цветов, вот такие красные и зеленые. Нужно их собрать, но там совершенно простая сборка, несколько деталей и малюсенькие игрушечки. Вот тут подробно есть инструкция. Смотрится, конечно, сказочно. Выставили домики пряничные. Это тоже светильники. Сделаны они в таком небрежном стиле, раскрашены. Человечки тут забавные, конечно, кривенькие. Но мне написали, что это стиль такой. Возможно, друзья. Несколько дизайнов там их в наличии. По-моему, 400 рублей эти домики или подешевле. А вот такие светильники. Тоже тут одна лампочка, блестки. Будет светиться. И блестки, наверное, будут там как-то плавать. Тоже в районе 400 такие светильники стоили. Они там разные. Есть Санта, есть елочка. По-моему, еще снеговички там были. В общем, разные. Ищите, выбирайте. Деревянные санки тоже были в прошлом году. Вот такие гномики. Новинка. Малюсенькие гномики разного цвета. Симпатичные. В прошлом году таких не видела. Это наборы украшений елочных. Звездочки разные пластмассовые. Тут увидела такие вот подвески тоже это на елку. Очень быстро их раскупают они, потому что прям смотрятся как хрустальные. Вот такая новинка. Тут бантики для упаковки подарков. Вот. Ой, вот эти наборы мне очень понравились. Думаю, детям все быстренько расхватают и на подарки. И просто так. Это набор для раскрашивания. Тут щелкунчики. В комплекте краски, кисточка, там какие-то аксессуары. В общем, можно собрать, раскрасить. Получится красота. Вот такие украшения для елки спиральные. Тоже интересные, пластмассовые, разного цвета они. Конечно же, есть лошадки. Лошадки разного цвета, сделаны из полирезина. Металлические гирлянды работают от батареек. Новый дизайн, шестиугольники. Ну, наверное, другие тоже будут. Обычно там и фонарики бывают, и звездочки, и золото, и серебро, по-моему, также. Вот такие подвесные игрушки, мишки. И есть гномики, снеговички небольшие. На елку можно повесить или просто как декор на стену куда-то что-то украсить. Белочек привезли, конечно. Каждый год их привозят. Белые, серые, рыженькие. Как раз продавец их развешивала. Белочки с шишками в лапках. Деревянные поезда тоже тут как тут. Смотрите, какие они симпатичные, аккуратненькие, есть зеленые, красные. Там пассажиры сидят, и елочка, и снеговик, и пряничный человечек, подарки. Белые поезда тоже есть. Очень быстро эти поезда раскупаются. Они обычно дешевле, чем в других магазинах, и сделаны достаточно аккуратно. Так что бегите, разбирайте. Вот такие трафареты. Для рисунков на стекле написано. Две штучки в упаковке. И дизайны там, конечно, тоже разные. Есть надписи. Вот тут с Новым годом, снежинки, елочки. Наверное, можно зубной пастой, например, или каким-то таким маркером белым нарисовать. В общем, коробок много. Все еще было в процессе распаковки, друзья. Сегодня поеду. Надеюсь, уже будет все разложено, развешено. Обязательно сниму для вас весь ассортимент. Самой очень интересно. Ну и, конечно, праздничное настроение уже появляется. Рамочки золотые появились. Тут также вот такая вот сирень по кругу. По контуру сирень объемная. 13 на 18. Вот. Можно поставить вот так вот горизонтально.
Так, цены не вижу. Подпишу вам, сколько стоит. Подробно показывала в другом обзоре. Светодиодные свечи, эффект живого пламени, теплый свет такой. В этот раз очень интересные приехали. Они не просто светодиодные, они еще и облиты настоящим воском. То есть смотрятся и на ощупь они прям как настоящие свечи. Вот работают от батареек они уже в комплекте. Очень такие приятные. Ну, в общем, как настоящая свеча прямо. В этот раз придумали интересно. Здесь уже, видите, кто-то вытащил язычок, то есть без труда я включила. Смотрится тоже, конечно, очень натурально, но цена, мне кажется, завышена. 249 рублей цена. Пишите, как вам кажется, дорого или нет. Такие свечи по 249 рублей. А рядом декоративные фигурки. Фрукт Gold. Это последняя коллекция. Вот это вот. С синими этикеточками. Есть яблоки. Золотые, серебряные. И есть груши. Веточки у них металлические, кстати. Так, сделаны они из керамики. Керамика и сталь. 199. Новые зеркала в такие форме капли на цепочке в золотой оправе. Это тоже новая коллекция по составу стали и стекло. 199 рублей. Зеркало капля. Также есть еще вот такие зеркала из прошлых коллекций. В деревянной. Оправа под дерево, рамка. Круглые есть на веревке. Кормушки деревянные для птичек. Это модели для сборки. Соберите кормушку птицы без гвоздей и молотка. Насыпьте туда пшеницы и делайте добрые дела. Простая сборка, 7 деталей. Можно раскрасить. Две подвесные игрушки в подарок. Сделано из фанеры, наверное. Инструкция подробно сделана. В России, конечно, материал фанера, березы. Размер заготовки 17 на 23 сантиметра. 4 детали. 229 рублей. Так, сейчас посмотрим. Да, вот они разные. Вот еще такая есть. В общем, смотрите, выбирайте. К зиме привезли кормушки. 229 рублей. Атфа новинка, дезодорант, заряд позитива, создай настроение, заряжающий фруктовый аромат, антиперспирант, защита от пота и запаха 48 часов, 149 рублей. Также есть вот такой вот Бали, прозрачная защита, большой выбор, 149 все они стоят, мужской, Рексона, 199, такой вот стик, роликовые есть, Дав 174,50. Есть с ароматом огурца, яблочные, роликовый вот такой Рексона, 149, тоже защита 48 часов, есть стик Рексона, 174 рубля, вот такой вот 199, Невея одна осталась, стик защиты и комфорт, 48 часов, сухость, комфорт, свежесть, 200 рублей, гель для душа большой, так не вижу сколько стоит, и шампунь-кондиционер 149. Палмолив, жидкое мыло, нейтрализующее запах, подойдет для кухни. Антибактериальный эффект с экстрактом лайма, 650 мл, такая большая упаковка, 249 рублей. И появилась цена вот на это мыло, парфюмированное мыло, 500 мл, красивая бутылка такая, 133 рубля. И вот это, по-моему, новое, с цветочками я уже видела, а вот с вишней недавно привезли, 480 мл, 79 рублей. А Палмолив с медом, мед и увлажняющее молочко, гель-крем для душа, сейчас со скидкой по карте 255 рублей. Также есть Дав крем-гель для душа, объятия нежности, 300 рублей. И Дав поменьше, 380 мл, гладкая нежная кожа, аромат сладких фруктов, тут дыня и груша, 199. И жемчуг для ванн тут продается, есть и сиреневый, точнее синий, и вот такой вот сиреневый. Есть увлажнение кожи, приятный аромат, натуральный состав, перламутровый блеск. Вот такие вот гранулы жемчужинки, натуральный состав. Что-то интересное. Изготавливает Россия, Гринфилд. 83 рубля 250 грамм. Милка крем для доения в дойпаке. 250 миллилитров, увлажняет, устраняет сухость, шелушение устраняет, заживляет раны и трещины, 59 рублей.
новая краска от Estelle. Ветер в твоих волосах также сюда завезли. По 199 она. И зубная паста отбеливающая. Тоже есть. 99 рублей 100 грамм. Средство для унитаза. Подвесной блок от Homestar. Тут две штучки по 5 шариков. Предотвращает появление известкового налета. Частота и сияние, и ароматы разные. 99 рублей цена. Тряпочки для уборки Super Effect, многослойные, долговечные. Сюда также их завезли. Вот они зеленые, розовые. Тряпочки слоеные такие. Сейчас покажу вам вот в разрезе. Видите, сколько слоев. Когда один использовали, снимаете слой, и тряпочка получается как новая. 99 рублей. Опять много завезли упаковок с пакетами. Они зип-замочком, там два размера. И 40 пакетов. Цена 149 рублей. Чехлы для одежды с окошком. 120 на 60. Вот такие с расцветкой зебра. Смотрите, отмечена галочка. Какой цвет? Серый, коричневый и черный. Есть чехлы. Вот такие вот они. 124 рубля. И такие же есть коробки. 25 на 25. Тоже три цвета. Плотные. По составу нетканого материала и картон. 149 рублей. Расчески новые с пайетками, такие забавными рисунками, с пчелками. Тут внутри есть зеркало, и расческа раскладывается. И они, конечно, разные там. 124 рубля. Новые заколки для волос, такие крабики яркие, клубничка и арбуз. Там, по-моему, еще другие есть, какие-то фрукты. Акрил и сталь. Пока цены нет, ну, наверное, 69. Кошечка, ну, кошечка была уже такая. Вон их много привезли. Носочки женские. Такие высокие. Хлопок в составе в основном 82%. Сделаны в России. Приятные расцветки есть. Бледно-сиреневый, серый. Там вот есть поярче, зеленый, желтый. 69 рублей цена. Рядом вот такие пушистые слитки тепленькие. У них тут прорезиненные точечки, чтобы не скользить. 86 полиамид, 13 полиэстер. 99 рублей. Ну, они, по-моему, в прошлом году тоже продавались. Такие вот забавные, с разными зверюшками. С вишенками по 62 рубля. Вот эти вот без резинки. 59 рублей. Вот здесь вот очень мягкая. Кому давит, бывает. Без резиночки сверху. Много вот таких носков завезли. С рисунком сверху. Бледненькие такие расцветки. Кто не любит яркое. С цветочками. 62 рубля. Это Зуэй. Мячики со светом. Теперь вот так вот оформили. В пакетиках, в сеточках. Я думаю, что это такое висит странное. Они светятся, там еще блестки всякие есть. Игрушка внутри, 59 рублей. Друзья, на этом буду заканчивать обзор из фикс-прайса. Новинки вам показала. Дальше немного обзором посмотрим полочки. Цены видно, смотрите. И в продолжение вставлю небольшой кусочек из магазина Sin. Туда также завезли новогодние товары. Много новинок в отделе с посудой. Так что, кому интересно, проходите. Не переключайтесь, давайте смотреть. Также есть у меня телеграм-канал. Не забывайте подписываться, переходите, смотрите. Там много новинок, много интересного. Выкладываю гораздо раньше, чем здесь. Ну и на этом спасибо вам всем за просмотр, за внимание. Буду прощаться. Всем всего отличного и пока-пока.
Thank you.